Всем привет, это программа «Я в виске, а у вас». Неделя была насыщенной, неделя была эмоциональной. Меняется погода, меняются настроения. Давайте спросим у бичан, чем запомнились прошедшие дни. Неделя с зачетами в институте. Успешно сданы? Слава богу, успешно. Ну, чем еще может быть примечательна эта неделя для меня? День рождения был. И все, в принципе. Есть и события, есть и открытия. Прошедший понедельник я побывал в Барнауле на всероссийской конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Николая Рериха и 140-летия выдающегося русского писателя Георгия Гребенщикова. Послушал доклады ведущих ученых, исследователей, творчества этих людей. Поприсутствовал на открытии нескольких выставок. Это вообще уникальное событие не только в моей жизни, но и во всей Российской Федерации. Ничего интересного, я села на больничный, все, выйти с него не могу, и все. Как себя чувствуете сейчас? Ну, пока отлично, готовим защищать диплом, работать, и думаю, что неделя была достаточно спокойной. Да ничего такого особенного не было, работа. Работа, и все. Больше ничего такого интересного. А в настроении в каком пребывали? В настроении в отпуск хочу. Вот и все настроение. Обычная неделя рабочая. А в каких настроениях хотя бы пребывали? Плохих. Вот смотрю, стою на грязь в нашем биске и поражаюсь. Просто поражаюсь. Где у нас вообще? Есть у нас служба, которая вот просто вот за этим, за всем следят или нет? Противно просто все. Смотрите, ни одного города такого грязного нет, как наш. Поэтому и настроение плохое. Мы переехали с одного места на другой. И как, уже чувствуете себя на новом месте? Ну, хорошо. Обжились? Да. А в каких настроениях вообще проходила неделя? Ну, как, так обычно, нормально все. На фоне всего, что происходит в мире, ничего, держимся. Ой, я недавно занимаюсь репетитором, она мне рассказала крутой лайфхак, как запомнить типы политических режимов, и теперь все прекрасно, все в голове, на место встало, и все хорошо. Я устроилась на подработку промоутером, вот сейчас еду как раз. Уже выходили или сегодня первый день? Второй день я работаю. И как впечатление? Ну, люди в большинстве случаев добрые, кстати, я заметила. Да, но ничего такого особо не произошло. Ну, а настроение каким преобладали? Спорт. Вот и все настроение. С утра сходил в тренажерный зал, настроение на весь день хорошее. Да, у меня отлично прошла эта неделя, кстати, и были значительные, значимые события. Я устраиваюсь на работу, давно хотела после декретного отпуска, извиняюсь. Вот. Ну так в целом погода радует, весна, какие-то изменения. Желаю вам хороших, интересных выходных. Это была программа «Я в Биске, а у вас». Увидимся на следующей неделе.